Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из Турции, из отеля Дельфин Делюкс Резорт. Находится это в Акуджалари. Значит, сегодня я предлагаю вам пойти, ну, как всегда, отдых с нами. Предлагаю вам пойти сходить в соседний отель. Здесь есть рядышком Дельфин Ботаник. Ботаник Платинум, по-моему, он называется правильно. В общем, у нас на территории нет каких-то детских развлечений. Я имею в виду там вот лунопарка, там детской площадки. И здесь есть такая услуга в нашем отеле, что вас на трансфере везут в соседний отель. Хотя, в принципе, он соседний, то есть через один. Рядом Мукарнас, а соседний Ботаник Платинум. В общем, предлагаю вам, как всегда, провести этот вечер с нами и посмотреть, что же из себя представляет Ботаник. В общем, здесь по времени, по расписанию, заранее подходишь к гестрилейшн, записываешься. 150 килограмм взвесился-то. Что едете, и ровно в половину должны за нами зайти, и чтобы нас провели на территорию Дельфин Ботаник Платинум. Они все снаружи здесь собирались, а мы не знали, что снаружи. Не знали, что стоит. Ну, я не знала, что стоит. Вышли, а она уже заполненная маршрутка, прикиньте. Ну, сейчас придется... Пойдемте вот здесь подождем тогда. Сказал, что приедет сейчас за нами. Ровно через 2 минуты опять приехала машинка. Едем в лунопарк. Дельфин Ботаник Платинум. Ботаник Платинум. Я, кстати, не знала раньше, что это одна сеть отелей. Сейчас с вами как раз посмотрим. О, слушайте, ну вот здесь мне нравится больше гораздо, да? Здесь больше мне нравится. Просторней, людей меньше. Нет, людей меньше. Ты знаешь, 2001 и 2000... Смотрите, какой здесь холм красивый. Нет, вот здесь однозначно, ну, то есть, как бы, лобби выглядит симпатичнее, чем в нашем отеле. Ну, потому что этот более современный. Кресла более удобные, более мягкие. У нас стульчики какие-то стоят с маленькими столиками, а здесь нормальные полноценные кресла. Это как вот мы были в Ларе, в Дельфине. Больше приближенный вид внешний, чем нежели у нас. Смотрите, красота. Всех это, ведут. Мне кажется, 15-й год. А вон они, белые браслеты, кстати, у людей, которые там сидят. У них белые браслеты. В общем, мы с Ваней за 1 секунду заблудились. Пока я там сняла быстро на 1 секунду холл, наша группа уже быстренько ушла. Мы чуть ли не попали в ресторан. Слышите? Сказали на -2 лунопарк. Так, тут гестрилейшн тоже точно так же, как у нас на -1. Большой этот центр. Ну, у нас тоже такой центр с аппаратами. Это... за дополнительную плату вот здесь какие-то, а может быть здесь не за дополнительную плату, а вон Оксана, мы потерялись за 1 секунду. Так мы как-то в ресторан попали, нам маски надели, мы не поняли, зачем нам маски надели. Но мы, перед нами идут люди с браслетами, мы за ними, вроде как они с нашей группы, они пошли в ресторан зачем-то. Ну мы по ресторану ходим с вами. Снимите, хорошо. Хорошо. Это может быть только с нами, понимаешь? Ну, мы идем, перед нами группа с красными браслетами, мы за ними, а тут тоже все с красными такими же браслетами. Тут такие же браслеты, вон, как у нас. Ну, да, вот мы потерялись. Вот. В ресторан, тебе говорю. Нет, мы вот ждали вас. А нас завели в ресторан. Шли всем сколько, мне надо... Сказали, здесь где-то. Сейчас найдем, мам, не переживай. Так, территория. Вот здесь один небольшой бассейн. А, вон там, да, светится. Здесь еще один бассейн. На первом этаже, по всей видимости, или там -1. Ресторан большой тоже, точно так же, как у нас. Здесь выход к бассейну. Слушайте, ну, так, судя по браслетам, мы можем сами сюда спокойно приходить по нашим браслетам. Ваня, аккуратно здесь не упади, здесь очень скользко.
Так я и смотрю, люди, которые с нашей группы сейчас ехали, они пошли в ресторан. А мы-то идем за ними, думаем, что ведут. И мы за ними идем с Ваней. Не знаю, куда он повез. Слушайте, ну здесь такие деревья высокие. У нас таких высоких деревьев нет. Ну как не дельфин, а куда мы с вами? В Мукарнас, что ли, пришли? Не туда мы пришли. Почему? Вон светится что-то. А туда? Вот. Вот это вот. У них территория может быть больше. Просто кушают все. Мы и шли с Ваней, но я поняла, нам маски, говорит, наденьте, слышишь, нас затормозили, наденьте маски, надели на нас маски с Ваней. Потом я думаю, ну что-то как-то непонятно, зачем нам маски-то. Сейчас, а этот считал, этот, который ведет всех. Да? Плюнул, да. Плюнул? И пошел. А куда пошел-то? Потерял нас. А он думает, что мы это туристы глупенькие, да? И что сами не найдем, где это все находится. А, смотри, это аттракцион. У нас такой, кстати, аттракцион есть. Вот. Да, вот такой вот здесь лунопарк. Вот это... Да, абсолютно без разницы. Это карусели для детей совсем мелких. Вон машинки. Вот паровозик, тоже для мелких. У нас тоже такой паровозик на территории есть, но он не катается. Он сейчас почему-то не катается. Машинки – это наше с Ваней любимое развлечение. Можно кататься со взрослыми. Мы вдвоем поедем с тобой? Нет. Так. Ну, а ты маму-то покатаешь? Прикиньте, Ваня мне отказал в машинке. Вот так вот. Купит машину себе. О, смотрите, опять побежали очередь занимать. Бегом. Шустро. Проходи сразу. Бегу. Нет, они вот в очередь встали. Это очередь стоит. Сейчас следующие, они на следующий раз, на следующий заход. Я помню, в Лонг-Бич или где мы стояли? В Сегенусе мы стояли подолгу. В этих очередях. Угу. По катушках мне отказали. Ну, тут, в принципе, вдвоем тяжело, если уже... Ну, разместиться, если взрослый ребенок. А, без 10:08 сейчас у нас по времени. Ваня будет стоять в очереди. Ну, ждать здесь сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 машинок. Очередь, конечно, долго. Третий заход, наверное, был. Страждущие мальчишки, слышите? Стоят они там, как эти несчастные, такие за решеткой. Типа, ну когда же нас туда запустят? Но здесь некоторые родители стоят за детей. Дети катаются, и стоят родители. Постоянно в очереди стоят. То есть дети выбегают, и ну, заново, получается, в очередь становятся, чтобы еще раз покататься. Ну, потому что это действительно реально самый интересный аттракцион для детей. Смотрите, видите процесс? Все бегут назад сюда в очередь. А здесь... Вань, быстрее занимай машину! Быстрее! Все бегут, слышите, этот размеренным шагом идет. Тут только это, успевай занять. Занял, все, счастье есть. Счастье есть. Катается эта машинка где-то 2 минуты. Где-то приблизительно. Кто-то Ваню подбил. В общем, здесь вот такая вот еще есть для детей это, стена. В общем, здесь вот детские площадки есть. У нас что-то как-то детских площадок. А, ну кстати, может мы туда не дошли, слушайте, я не знаю, что у нас я не видела. Здесь вот такая вот лодочка тоже для мелких. И вот такие вот. Давай, это для малышей. Смотрите, вот такая штука. Есть вот такие вот ну, горки, комплекс. С горками. А, большие горки. Или у нас такие же горки? Вы здесь шли, да? Мы сейчас по аллее такой. Вот основная часть Ботаник Платина. Слушайте, ну здесь это, мне кажется, растительности, да, больше? Как бы деревья повыше.
Нет, деревьев здесь однозначно больше деревьев. И ощущается это прохлада. Но здесь, вот смотрите, бассейн, конечно, здесь больше же бассейн, чем у нас, да? Мне кажется, что больше. Лежаки абсолютно одинаковые. Детский бассейн. А здесь... Давайте, иду я, Кали. Вот такой вот бассейн большой. Это, наверное, тоже спокойный. Большой. Нет, это не спокойный, это основной бассейн здесь для всех. Там что-то какая-то огромная прям территория. Но это же не ресторан. Или ресторан какой-нибудь, или карт, или бар. Или я не знаю что. Мама облюбовала. Слушай, ну... Слушайте, в бар меня завели. В бар меня. Да не хочу я кушать. Сколько здесь кушать можно? Здесь кушать нереально-то. Есть можно сколько хочешь, только не можешь. Да. Ты, может быть, и хочешь, но не можешь. У тебя нет желудок. Нет, дело в том, что... Слушайте, а здесь у них, может быть, как танцпол проходит посередине. Как вы думаете? Мне кажется, как танцпол что-то такое проходит. Вон территория. Территория побольше здесь, чем у нас, судя по схеме. Понимаешь, у меня за 2 часа вырастет зуб. А стоимость, по-моему, здесь такая же. Здесь какие-то пацаны по отелю. Мне кажется, больше, потому что это новый. Так, считаем бассейны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну да, он больше. Больше однозначно. Больше однозначно. Так, какая аллея? Вот это? А направо не хотим пойти? Там тоже красиво. Ну, как бы вот эта аллея, все понятно, длинная обычная аллея. В ту сторону уже. А пляж мы не хотим посмотреть? Может, пляж у них получше? Я посмотрела. Такой же. Очень такой же. Ну, в общем, здесь отличие, что здесь для детей больше развлечений всяких разных. Но получается, что с нашего отеля можно спокойно сюда приходить и гулять, ну, только по записи предварительно guest relation предупредить. Так что, как бы, не, вообще ничего не критично. Да, если кому-то нравится вот... Гуля. Мама, здесь у детей синий браслет. Нет. Здесь у детей синий браслет. У нас беседка. Ну и что, что синий, Вань, здесь разрешено ходить тебе. Просто предупредить заранее, что ты сюда едешь. И нет, все, не... кушать что-то нельзя. Ну, кушать давай, нельзя. Давай, а, вот еще у них, вот этот вот, наверное, релакс-бассейн. А мы с тобой, мам, не увидели только что. А мы с тобой поэты, что налеешь? Слушайте, ну вековые деревья здесь толстые, да, такие, вековые. Прям у них эти стволы. Да, у нас таких нет. Пойдемте туда пройдем, посмотрим. Поближе к бассейну. Территория больше. Максимальное количество мест 138. И беседки такие разноцветные. Слушайте, ну красиво здесь. 20.06. Очень красиво, смотрите. Вид. Бесподобно. Все в пальмах. Половинка луны, наверное, когда будем... Сейчас сфотаем сюда, надо свет хороший, чтобы был. Когда будем уезжать, будет полная луна. 20.04, 15.08 сегодня. 15.08, 20.04. Смотрите. Слушайте, ну здесь за счет того, что территория больше, людей меньше, да? Вот я такие, вот мне надо было вот в этот отель. Но все равно людей мало здесь. Сейчас сравним, да. Нет, мне здесь что нравится? Посмотрите, деревья какие. А, ну и что? Я, да при чем здесь это? Я говорю, смотрите, деревья какие. Это же не центральное. Мам, смотри, там все... кто построил этот отель. Дельфин? Да. Здесь дельфинчики. Давайте на берег посмотрим сейчас отсюда. Бар тоже здесь. Рабочий.
тоже такие же абсолютно навесы, как у нас. И пирс больше. Пирс больше, чем у нас. Красиво. Очень красиво. Так. Бабушка под ручку с Ваней. Мам, прикинь, скоро кавалер, блин, через 2 года будет тебя вести, выше тебя будет идти, а? Ну, я потом ему буду вот эти кадры показывать, что Ваня, посмотри, как ты с бабушкой. А как вспомни, мы как с тобой отдыхали в Сентида, Зайнеп, какой он там мелкий был. А как время проходит? Ой, кактус здесь красивый, надо с ним сфотографироваться. По кактусам, за кактусом, это над кактусом, рядом с кактусом. Еще один бассейн, ну, такие небольшие бассейны сбоку, а здесь огромная детская площадка с этими батутами, батуты, горки, лазилки, качели, но только сейчас она почему-то закрыта, может быть, открывается в определенное время. Смотрите, какая большая, очень большая площадка, есть все буквально. Ой, как я люблю вот эти вот красоту отелей. Вот, знаете, как, когда вечер, все светится, все в подсветке. Это очень-очень красиво. Прям такой, смотрите, коридорчик весь увешанный. Ой, ну опоздаем мы на шоу на 2 минуты. Боже мой, какое несчастье будет, а? Ну, а что тогда ты это так, бежите? У нас с утра сегодня как задалось, все с утра бегом. С бабушкой вообще не будем идти. В смысле, с бабушкой не будем идти? Ну, мы в номере посидим. А? Мы в номере посидим. В номере посидим. Уже у них тоже, видимо, живая музыка началась. Так, ну и еще раз посмотрим с вами лобби здесь. Дополнительно сейчас уже вот люди все подтянулись. 20-23. Напитки здесь все то же самое. Ваня, перевалишь ее, и будет нехорошо. В общем, мне нравится, что здесь больше вот таких вот каких-то уютных мест с удобными креслами. Где у нас бабушка? Бабушка где у нас? Тоже точно так же, как у нас кондитерская здесь. Вань, успеем мы 7 минут. Успеем. Мы сейчас хотим коктейль заказать, который поджигается. Сейчас спросим, как называется этот коктейль. Это красиво смотрится. Туда эти палочки вставляют, бенгальские огни, и поджигают. Сейчас вот это вот из чего мешает. Вань, поставь с бабушкой. Я хочу здесь снять, посмотреть, из чего мешает. Это что, джин? Водка. Водка? Водка. Russian водка? Turkish водка. Что-то еще, а что это такое было? Да? Джин? Сейчас он тебе намешает так, что сгорит не только этот швепс, и желудок вместе с ним. Сироп какой-то красный. А, вот они. Они вот эти поджигают. А-а-а. Ну, бенгальские огни. Это в любой коктейль ты добавляешь и все. А он один делает. Ну, сейчас нам для ну, снять, посмотреть, я пить-то эти коктейли с водкой. Вот нужно так пить. Попробовать. Выше нужно пить текила. Ну да. Вот соль. Натуральный. Мартини. Я мартини. А, кстати, здесь Бакарди стоит, где-то я сейчас вижу. Отражение. Бакарди, Абсолют, Смирнов, Мартини, да. Ну, здесь смотрите, Малибу. То есть такой пина колада здесь будет. Абсолют, смотри, добавили. Обалдеть. А это точно можно пить? Мы потом не улетим, слышишь, после водки Абсолют. Если еще еду воспринимать. Осторожно, да? Если он такую еду воспринимает. Синяя, красная, сок этот ананасовый, сок апельсиновый. Что-то здесь масса всего. Блин, еще какой-то фигня. Это кокосовый, наверное. Называется «Умереть и не встать». Персик. Спрайт сейчас еще добавим. Это лайма. Да. Это специально, что не, они разные. Так. Сейчас самое главное, это поджог этого всего, да? Самое главное, да. Угу.
У тебя сады красные, а не зеленые. Ну хорошо, будем пробовать. У всех водка в составе, да, там? Угу. Это вишенка на торте, это самое главное. У меня дыни кусок, как у смотри. Чтобы закусить можно было как следует. Так. Трубочки разноцветные, красивые. И сейчас вишенка на торте. Слышь, вишенка на коктейле. А, вот он как горит. В дыню втыкается все это дело. Сейчас все это понесем. Торжественный момент. Слышь, это в день рождения надо такую штуку делать. На день рождения? Ух, это хочешь моей смерти на день рождения? Нет, смотри, какая прелесть. О, ура, красота. Спасибо. Спасибо. Такое я впервые вижу. Слышь, то, чтобы на платье не попало и чтобы не прожгло все это дело. Так, пока до стола... Вань, смотри, Вань, быстрее смотри. Пока до стола донесли. Но это, конечно, чудо-смесь. Там вообще намешана абракадабра какая-то. Я не знаю, это пить. Ягненочком потом не станешь после того, как... Ну, давайте просто попробуем. Глоточек один, потому что, ну, это, мне кажется, опасно для здоровья. Все ради вас. Зачем? Он туда, ну посмотреть, что там светится. Слушай, это так вкусно. Оксана, это так вкусно. Я ничего вкуснее ни разу не пила в жизни. Че он там только не мешал? Вы видели? И водку, и персиковый сок, и швепс. И что-то... Ну у тебя вкусно? У меня очень вкусно. Давай, давай трубки поменяем. Но я тебе мой не отдам, у меня очень вкусно. Оксанину абракадабру. Синенькую абракадабру. Не, у Оксанки не тот, вообще не тот вкус. У меня вкуснее, да. У тебя, знаешь что, у тебя это спрайт. У тебя спрайт там или что-то такое, а у меня нету спрайта, у меня вкуснее. Вот этот вот вообще прям зачет-зачет. Одобряю. Только не знаю, как называется. Представляете, пришли к нам в отель, а здесь все чудом переменилось. Можно зайти в ворота. А, в общем, столики. Столики все заняты. И что, мы не найдем ни одного столика? Ну, Айрат занял, пойдем нам. А, он занял? Успел? Дистанция не соблюдается. А мы и там вне дистанции влезли. Но далеко. В общем, это шоу. Это шоу, просто дискотека. Я не знаю, зачем поставили здесь вот эти стульчики, на что смотреть. Девчонки в купальниках танцуют. Ну и, соответственно, вам тоже нужно танцевать. Yeah.
последнем этаже, на пятом, есть секретная дверь с выходом на крышу, где можно сделать очень красивые фотографии. Да, особенно ночью. Ну, слушайте, здесь свежо. О, какой вид обалденный. Мы не упадем с этой крыши? А, слушайте, здесь с любого этажа есть выход вот такой вот наверх. И смотрите, какой открывается отсюда вид на соседние эти отели. Ух ты! Я отсюда рассмотрела, что у нас, оказывается, есть теннисная площадка и футбольная площадка. А до этого я не видела. А там рядом соседний отель. А какой же это отель у нас? А там море. Красота. Красота необыкновенная. Так что, кто будет здесь, имейте в виду, из пятого этажа, из четвертого этажа есть такие видовые площадки, когда можно сделать красивые фотки. Смотрите, как красиво. Это дискотека, это вид сверху на нас сейчас. Мы сейчас там плясали, а сейчас то же самое на сверху. А ноги в пляс несут. Слушайте, а надо домой идти монтировать, представляете? А рядом соседний отель, там вообще практически ничего нет в соседних отелях. Кстати, в этом, в том отеле тоже, по-моему, нету, да, дискотеки? Наш платформочка. А вон там у ботаника, это пирс. Пирс ботаника, пирс Мукарнаса и пирс дельфина. И луна. Завершается вечер. Мы, как всегда, нашли себе компанию. В общем, натанцевались, наплясались. Ну, как раз все поместимся. Че, садитесь. Вот этот стул убери рядом. Жень, а вы сюда рядом, чтобы это, а то не поместимся. За круглым? А вы где? Ну а где диванчики? Я ни одного диванчика здесь не вижу. Где диванчики? Ноги, оказывается, еще живая музыка. Здесь еще зал, который к лобби относится. В общем, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. Ну и, как всегда, увидимся с вами вновь. Не забывайте поддерживать комментариями, лайками. Спасибо вам большое. Пока-пока.